Ну, он говорит, эти мибовские, они это в оригинале идет. То, что на заводе ставится. Не было, что что-то не так. Да, ну более-менее. Надо было их поближе сдвинуть, но хуйня, нормально. На меня делай. Пойдет? Пойдет. Итак, други, надо немного пояснить, что происходит. В общем, гильза села на двигателе, как на том, на зеленом, на крокодиле. Просела гильза, пришлось скрывать мотор. Соответственно, что пришлось еще? Менять гильзу, поршни комплект. Поменяли сразу вкладыши шатунные в круг. Как бы хотел только на одной поменять шейки, но как бы привезли все, пришлось поэтому менять все сразу. Поменяли. Потом что еще? Ну, естественно, прокладки, всю сопутствующую лабуду. Притерли головку, шлифанули, притерли клапана, поправили их. В общем, такие вот примерно работы были сделаны. Но это, я скажу, дало небольшой результат. То есть машинам, по моим ощущениям, стало лучше ехать. То есть, как бы, не зря это все. Ну, а гильзу меняли, потому что ее подъело. Также, как на Мане, на том, шлифовали ее, шоркали, сшаркивали. То, что надо было сшоркать, притирали, скажем так, ее. Назовем это притиркой гильзы. Вот какие-то такие пироги. В общей сложности улетело где-то в районе сотки опять. То есть, я не знаю, у меня как месяц, раз-два месяца, раз или как, месяц нормально работаем, месяц вкладываем. Вот каждое такое вложение улетает по сотке. Меньше еще ни разу не получалось. То есть, получается, работа 37 ушла. В одном месте я брал запчасти 33, во втором месте запчасти, по-моему, 27, что ли. Сейчас точно уже не помню, надо посмотреть по накладушкам, по документам, сколько это вышло у меня всего. Вот. И 4 рубля за головку, за ремонт. Ну вот и считайте, 37 33, это что, уже 60 27, нет, меньше даже получилось. А, ну масло еще же. Масло, точно. Масло надо было менять, но все же как бы. Вот. Масло пятнашка, 14 тысяч. Ровно. Заблил я, кстати, Repsol.
THPD заливаю. Ну, не знаю, вроде ездит на нем, не жалуется. Вот такие какие-то пироги происходят у нас опять. Веселые. Ну, опять же, отдельное спасибо пацанам с нашего официального дилера Лехи с Мишкой. Сделали как бы все нормально. Леха там горбатился, не вылазя из-под машины. Выходные, воскресенье я забирал машину уже часов 9, наверное, в 10 я забирал тачку. Поэтому за это пацанам прям отдельное спасибо, уважение, респект. Лучи добра, счастья и так далее. За то, что они вот так вот ковыряются, то есть входят в положение. Вот. Что еще? Ну а дальше поехали мы, съездили в Юргу, немного прокатились, маленький рейсик съездили, сделали. С Юрги привезли 10 тонн. А, по городу отработали в понедельник, потом с Юрги привезли 10 тонн. 10 тонн привезли с нашим постоянным клиентом. Вот, и в среду я выгружался. Поехал потом, выгрузился, сразу поехал на загрузку. Возили мы фанеру 2,5 тонны. Повезли мы ее в сростке. Я, значит, открыл верх, все это разложил. Вот, потом мне говорят, давай, чувак, подъезжай. Сейчас тебя будем грузить. Окей, говорю, окей. Подъезжаю. Мне говорит чувак, который там водитель самогруза, говорит, тебе, говорит, не страшно ездить, и на колесо показывает с таким колесом. Я говорю, в смысле, а что с ним не так? Нормальное колесо, блин, целое, ровное. Ты, говорит, что, ты совсем, что ли? Тебе, говорит, не страшно так ездить? Я говорю, да как так-то на? Он берет, показывает на грыжу мне. Грыжа вылезла на колесе. Это еще полтинник минуса. 52 750. А, 52 725 вышло вместе с шиномонтажом. Полтинник колеса Goodrider, ну и 2 725 вышел именно шиномонтаж. С грузами совсем. Плюс еще надо диск менять. Диск один кривой с левой стороны. Выяснилось. Хотя в том году, по-моему, я этот диск менял как раз. Вот такие у нас веселые пирожки. Вчера приехал со сросток, выгрузился. Сегодня сейчас поедем на вождение. Будем водить, учиться. Получается, что прервался, надо было сходить на заправку, кучу купить. Получается, что и сорваться сейчас не могу, и работать надо, что... Надо прям работать. Прям конкретно надо сейчас работать. Поднапрячься вот эти 2 недели. Минимум. Потому что сейчас, как всегда, конец месяца. Сейчас тяжело, тяжело. Вот. И сорваться я не могу, потому что сейчас вождение. Вождение как раз идет. Все эти процедуры. Экзамены сейчас начнутся. И вот надо, чтобы как можно быстрее совсем разбибикаться, надо, не знаю, как все это сделать даже, чтобы как-то получилось все это хорошо и красиво. Вот так вот. По местности тоже сейчас вот 2 дня сижу в ватишке, в 3. Как бы все, которые были клиенты, пока молчат, ничего не говорят, работы нету пока ни у кого. Ватишки пока тоже там глушняк, пустота, ничего хорошего нету. И в общем, пока сидим, посмотрим, может что-то будет все-таки стоящее, что можно будет, какой-то хороший рейс, который можно будет поснимать, не знаю. Все, я откатал, отводил, документы надо отдать, уже минут 20 кручусь, верчусь, не могу по центру по этому долбанному найти место, чтобы встать, чтобы документы отдать, блин. Это вообще просто алис какой-то.